Есть, платить нечем. Вот это проблема страшная. Деньги. Все хорошо. Пока нету. Вот работаем в садике, тепло. С отоплением нормально. В Старобельске. Ну, у кого частное отопление, практически у всех частное свое отопление ставят. А государственного мало у кого. Тепло хорошо. Вообще, в общежитии. Ну, топят нормально, действительно. И в подъездах тепло, и сушилки. И... нормально. Жить можно, но дорого. Ну, я думаю, в нашем доме проблем нет. Это Маяковского, 18. Дом очень хороший, очень теплый. Если была бы возможность поставить счетчики, мы были бы только за. Я перекрываю батарею, потому что дом очень теплый. У нас регулируют подачу тепла и стоит домовой счетчик. Вот. ОСМД у нас, поэтому нормально все. Я в своем доме живу, поэтому у меня свое отопление.